Друзі, добрий день усім, хто разом з нами. Ми на YouTube-каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Перш ніж ми почнемо цю розмову, будь ласка, підпишіться на наш YouTube-канал тим, хто це ще досі не зробив, або, можливо, якимось чином забув це зробити. Поставте вподобайку цьому відео і прокоментуйте його. Нам було б дуже приємно. Як нам, так і наші гості. Сьогодні з нами Юлія Латиніна, журналіст. Юлія Леонідовна, здравствуйте, рад вас приветствовать. Здравствуйте, ну тогда уж подписывайтесь и на мой канал. Да, призываем наших зрителей, уважаемых. С чего начнем? Конечно же, с ракетной массированной атаки россиянами. Первая волна, как сообщают, по крайней мере, многие телеграм-каналы, возможно, будут еще. Но уже есть последствия. В частности, некоторые города без света и без водоснабжения также сообщают о погибших. Но смотрите, здесь-то на что я бы обратил внимание. То есть мы постоянно взываем к тому, что закройте нам, пожалуйста, небо, предоставьте больше установок ПВО и так далее. И это все само собой разумеющееся. Побыстрее бы это получить. Но рано или поздно небо будет закрыто. Если не на 100%, то все равно. Города не будут настолько уязвимы. Рано или поздно ракеты закончатся. Рано или поздно санкции добьют. Рано или поздно будет изоляция тотальная. И что тогда? Ну, во-первых, это будет скорее раньше, чем позже, потому что я обращаю ваше внимание на то, что очень плохо на этот раз у Путина с успехами. Мы сейчас это обсуждаем еще, когда известны только предварительные результаты, но, насколько я знаю, от людей, которые практически непосредственно этим занимаются, там было действительно 50 ракет вместо обычных 100. И там, насколько я знаю, из 10 ракет, которые пока шли на Киев, сбили 10 ракет. Если кто-то удивится и скажет, а вот же Киев сидел без света, насколько я понимаю, есть такая вещь, сейчас как только идет ракета, так предварительно отключают электричество, просто потому что, когда он бьет по трансформатору, чтобы, грубо говоря, это снижает нагрузку на генератор, это правильно, это не имеет отношения к непосредственному поражению энергосистемы, это потом включается. Но вот касательно рано или поздно, у меня было ощущение, что это произойдет рано, и я обращаю ваше внимание на то, что произошло сегодня утром в Энгельсе, где было повреждено два 95-х тушки. Напомню, что 95-е тушки – это основная вещь, которая стреляет по Украине. Кроме этого, стреляют Ту-160, которые в том же самом Энгельсе. И, кроме этого, стреляют калибры, которые летят с Черноморского флота. И я обращаю ваше внимание на совершенно потрясающую вещь, потому что если разбираться, что стреляет, то оказывается, что у Путина не стреляют никакие его гипер-супер-пупер-кинжалы, о которых он говорил. Не стреляют никакие «Искандеры», мы, может быть, чуть-чуть попозже обсудим, почему. Замолкли все вот эти «Ониксы», С-300, они, конечно, там стреляли по Харькову и так далее, просто С-300 они, грубо говоря, не достают. Вот из его далеких ракет, из его ракет, которые летят на 1000 километров, 2000, 5000, как летят Х-555 и как летят Х-101, у него есть практически всего три типа высокоточных ракет, которые это делают. Это, как я уже сказала, Х-555, Х-101 и калибры. Они летят только с Энгельса и только с Черного моря. А теперь посмотрите на картину маслом. С Черного моря у него летит с Черноморского флота. И это всегда 30, это в последнее время, но вот не считая этой атаки, в этой атаке явно гораздо меньше, 30-40 ракет, потому что крейсер «Москва» нес 8 ракет, 8 калибров. По понятным причинам они больше не могут стрелять. Еще две посудины несли тоже, я не знаю сколько, потому что нам не совсем понятно, какие это посудины были повреждены, но они были повреждены украинскими дронами, они не могут стрелять. Значит, это 30-40 ракет максимум, на что способен весь Черноморский флот. Еще там были какие-то российские корабли, которые пытались зайти, их не пустил Эрдоган. Еще есть подводные лодки, но подводная лодка, она когда всплывает, она может получить по кумполу, Нептуном, у нее нету ПВО. Соответственно, в последнее время мы видим, российские подводные лодки не всплывают. Это вот закрыт вопрос с Черным морем. А дальше смотрим с стратегическими бомбардировщиками. Это называется stand-off engagement. Это когда стратегический бомбардировщик, не входя в зону действия ПВО, пускает ракету, она летит, соответственно, Х-101, как я уже сказала, летит 5000 километров, она летит из-под Каспия, она летит с над Каспием. Вы скажете, а как же он взлетает с Энгельса, а ракету он пускает над Каспием? Знаете почему? Скажите, пожалуйста.
Юрий, я вас в такой трудный час, если можно, рассмешу. Вот дело в том, что часть этих ракет – большое старье. В частности, они пускают очень большое старье, которое называется Х-55. Это вообще ракета, которая должна нести ядерный заряд. И, естественно, ядерный заряд они вынимают, заменяют болванкой, никакой точности эта ракета не имеет. И они эту ракету, которая стоит около 7 миллионов долларов, пускают просто для того, чтобы эта ракета отвлекла на себя украинское ПВО. Ну, вот такую полоночку. Так мало того, что, значит, они это пускают только для того, как я уже сказала, это вообще ракета 70-х годов. Поэтому вот когда я готовила этот материал, часть которого я вам сейчас рассказываю, просто один из моих собеседников, Павел Лузин, военный эксперт известный, высказал предположение, что одна из причин, по которой удар нынешний откладывался, заключается в том, что они просто судорожно перебирали эту рухлядь в надежде найти нечто, что будет стрелять. Но они не могут найти то, что может стрелять с вероятностью 100%, потому что вот эти Х-55, они падают из барабанного бомбардировщика, и они не всегда, как это по-русски, да, ignition starts, то есть у них не всегда срабатывает зажигание. Иногда они падают камнем вниз. Я обращаю ваше внимание, кстати, что 2500 тюленей в Каспии последнее время сдохли по непонятным причинам. Я не знаю, насколько это может быть связано, но просто представьте себе, эти бомбардировщики, это Ту-95, они не летят, они не пускают ракеты над Энгельсом, они не пускают ракеты над Саратовым, они летят к Каспию и пускают ракеты там, потому что если эта рухлядь валится вниз, вот Роман Светан мне говорит, что каждая вторая падает вниз в такой ситуации, то оно падает не над населенной территорией, они просто падают в воду. В связи с чем у меня и родились подозрения насчет тюленей. То есть вот это к вопросу о том, что у меня, когда я стала с этим разбираться, у меня есть полное ощущение, что когда Путину сказали, что вот мы сейчас украинскую инфраструктуру вынесем, ему забыли сообщить эти некоторые детали о том, что Искандера нет, кинжала нет, а вот ракеты в таком состоянии, да их еще и не очень много. И вот более того, все бомбардировщики, которые наносят эти удары, они сосредоточены, как я уже сказала, только на одном аэродроме под Энгельсом. Это никакие не 17 Ту-160, о которых можно прочесть в российских Z-интернетах. Что, дескать, у нас вот есть столько Ту-160, это значит могучий бомбардировщик, 16 миллиардов долларов стоит, несколько десятков часов, человек-часов нужно, чтобы обслужить один час его полета, безумные деньги стоит его полет, в общем, музейный сундук. Так вот, конечно, никаких 17 музейных сундуков, которые запускают эти ракеты, просто нет в наличии, потому что если посчитать, сколько ракет влазит в этот сундук, но это, конечно, не те 70 максимум ракет Х-55 плюс Х-555 плюс Х-101, который запускается во время самых больших залпов. Вот Олег Жданов мне говорит, что всего 4 Ту-160 летает. То есть вот если Путин думал, что он сейчас покажет свою мощь, то он показал, это же комично, что это находится только на одном аэродроме. Извините, завершая долгий спич, я думаю, мы еще вернемся к ракетной теме. А вот те два маленьких дрона, которые прилетели, один дрон прилетел, соответственно, на этот аэродром под Энгельсом, другой, я забыла, он, кажется, прилетел где-то под Рязанью. По-моему, я даже не знаю, может быть, этого я не видела в новостях, но я знаю, что он прилетел, и я знаю, что он там повредил, насколько я знаю, насколько мне говорил Роман Светан, Ту-95 и Ту-22. Но Ту-22 сейчас не летают, это неважно. Но с Рязани ничего не летает. Там центр обучения. То есть летает только с Энгельса. И если там действительно что-то повреждено, Роман Светан говорит, что это топливозаправщик, но вы представьте себе, слушайте, этот дрон, сколько он стоит там? 20 тысяч долларов, 30 тысяч долларов. И Путин рассказывал, что он угробит всю инфраструктуру энергетическую Украины. А сейчас, извините, есть такой вариант, что туда прилетит несколько дронов.
И все его замечательные летающие музейные сундуки за 16 миллиардов рублей, они просто не взлетят, потому что их и так не очень много. В таком случае, если будет, например, второй акт демилитаризации под Энгельсом, да, на аэродроме, и с учетом вот такого количества ракет, более того, с учетом такого количества рухляди, о которой вы сказали, что будет дальше? То есть какие еще есть козыри? Слушайте, ну дальше, конечно, к сожалению, ведь проблема заключается в том, что мы никогда не можем представить себе, что Путин способен выдумать. Потому что, ну, вы могли бы представить себе, что украинским дипломатам будут присылать посылки с вырезанными глазами животных? Животных? Нет. Вот Гринписа на них не хватало. Да, кстати, к вопросу о тюленях-то. 2500 тюленей и сколько-то там вырезано глаз собак. Да. Но другое дело, что дурное дело не хитро, то есть дальше мы вспоминаем всякие рассказы о химической угрозе, о ядерной угрозе, о стационарной атомной бомбе, которую представляет из себя Запорожская АЭС. Но пока мы видим, что каждый раз, когда Путин замахивался, это вот все то же самое из серии «Киев в три дня». То есть он, несомненно, я прекрасно понимаю, что тем людям, которые сейчас сидят без света, не легче. Тем людям, тем родителям, которые сейчас тащат куда-то ребенка, ингалятор включить не легче. На заправке, да. Да, а тем людям, тем врачам, которые делают операцию при отключенном свете, да вот у вас отключенный, кажется, свет-то. Да. Ну, мы на генераторе, скажем так, да. Вы на генераторе, у вас, а интернет у вас на чем? Интернет? Я не знаю, к инженерам нужно обратиться, но как-то работает. Ну, вы знаете, у нас очень часто бывают проблемы, поэтому мы даже с мобильного раздаем, то есть тут да. По-разному. Да, поэтому я хотел бы предупредить, в случае чего у нас может внезапно прерваться интервью, но мы найдем возможность возобновить связь. Да, но это я к тому, что да, конечно, сидеть без света и без интернета очень неприятно, но по сравнению с тем, что хотел Путин, он сделал, конечно, ровно наоборот, потому что он хотел вывести украинцев на улицы, чтобы они сказали «кончайте войну», он, наоборот, только укрепил единство Украины. И вот это очередное «Киев за три дня» у меня полное ощущение, что не то что Путин, а его генералы не могли себе представить, в каком состоянии находится то, что они хотят запускать, потому что, ну, это выглядит убого. Это выглядит, я не знаю, там, как у того, когда было «Искандеры смеются». Ну вот «Искандеры» не смеются, «Искандеры» не летают, «Искандеры» плачут. И уж тогда очень две важные вещи, самые очевидные, которые очень редко говорят, а которые на самом деле абсолютно очевидны. Отчего это Путин у нас оказался такой добренький, что вместо ковровых бомбардировок, как в Дрездене, или как он устраивал в Алеппо, или как он устраивал в Мариуполе, он вдруг сказал, а я буду бить по инфраструктуре. И ответ заключается в том, что для того, чтобы делать ковровые бомбардировки, нужны обычные бомбардировщики. А обычные бомбардировщики украинское ПВО собьют. И только поэтому Путин не устраивает ковровых бомбардировок и выдает то, что он не может сделать за, ну, я не могу сказать, жест доброй воли. Но вот обратите внимание, на мой взгляд, это просто реально его удачный пиар. Потому что человек, который до сих пор обстреливает всю территорию Украины, где он может дотянуться тем, чем он может обстреливать, включая всякие РСЗО, С-300 в том же самом Харькове, но, кажется, С-300 перестали летать в Харьков, но вот летали, С-300 сейчас летают в Запорожье и так далее. То есть везде, где он может дотянуться, он обстреливает вовсе не инфраструктуру, он обстреливает все, до чего может дотянуться. Мы видели этот потрясающий снимок вот этих отстрелянных снарядов и ракет в Харькове. Вот весь этот железный дождь вылился на Харьков. И, соответственно, только потому, что существует украинское ПВО, он потерял господство в воздухе, он перешел к этой усеченной версии ракетного геноцида. Но это еще не все. Вы скажете, ну если он больше не может использовать обычные бомбы, которых у него до хрена, а может использовать только дорогие ракеты, некоторые из которых, как Х-101, стоят, если я не ошибаюсь, 13 миллионов. Я, правда, сейчас не проверяла, но, по-моему, да. Другие там стоят 7-6, как калибры. А почему он тогда не поражает военные цели? Я вам скажу еще одну удивительную вещь. Это тоже вещь, которую мне говорил Павел Лозин, это вещь, которую мне подтверждал Роман Светан, что ведь же проблема есть выбора целей.
как мы видели за всю предыдущую войну, очень плохо российская армия умеет выбирать цели. Она поражает дом и потом говорит, что это была военная цель. И, соответственно, потому что это та же проблема, что с хаймерсами. У России есть аналог хаймерсов. Но у России нету той системы спутников, военных спутников, вернее, в том-то и дело, что для Украины эту роль играют коммерческие спутники, спутники Максар. А нету такого количества спутников и такой системы, которая анализирует Big Data и находит эти цели. А инфраструктура энергетическая, чем хороша, ее можно на Google карте найти. Вот оно как было в советское время, подстанция там. Она не бегает, эта подстанция, она не ездит. То есть вот это два главных тейка, почему Путин занимается обстрелами энергетической инфраструктуры. Первое, потому что господство украинского ПВО не позволяет ему заниматься ковровыми бомбардировками. И второе, потому что он обстреливает то, что можно найти по Google Maps. Но есть ведь еще одна очень серьезная угроза, опасность в виде кинжалов так называемых, да? Министр обороны Украины, кстати, опубликовал количество такого вида вооружения, сколько там единиц. Я сейчас нет под рукой, к сожалению, не могу сказать. Я вам без министра обороны Украины скажу, вас, что кинжалов, пожалуйста, в России, если я не ошибаюсь, чуть ли не всего 40 штук. Это абсолютно бутиковое оружие. Последний кинжал, насколько я знаю, бил по Виннице. Но не тогда, когда это стреляли по дому офицеров. По дому офицеров стреляли тремя калибрами. И, судя по всему, насколько вот мы потом уже анализировали с Романом, эти выстрелы калибрами, они были, с одной стороны, людоедскими, но они не были не такими глупыми, потому что вовсе они не били по дому офицеров, чтобы ударить по дому офицеров. Они били по дому офицеров, потому что в этот момент летал в Белоруссии самолет-разведчик российский, аналог АВАКСа, который засекал то ПВО, которое включалось в тот момент, когда эта ракета летела. Судя по всему, они это ПВО действительно вычислили. Это было ПВО на Винницком аэродроме. Это действительно важный аэродром, там много чего было. И вот в этот аэродром потом по этому ПВО прилетел кинжал, и вот тогда было много матюков у ваших украинских военных. Потому что кинжал, как его там не называй, потому что это не совсем гиперзвуковая ракета, в том смысле, что у нее не совсем не гиперзвуковой двигатель, но это ракета, которая действительно развивает гиперзвуковую скорость, потому что это Искандер, который подвешен к брюху Мига-31. И, соответственно, когда он летит, да плюс еще он слетает с носителя, который тоже быстро летит, он в конце своей траектории действительно имеет гиперзвуковую скорость. Его действительно ничем или практически ничем нельзя перехватить, хотя я слыхала, что насамсы, которые поставлены Украине, возможно, могут перехватывать кинжалы. Они точно могут перехватывать Искандеры. Насчет кинжалов действительно это такой большой вопрос. Но самое главное другое. Вот за время этого ракетного террора ни одного кинжала не было выпущено, а было другое, что вот эти вот три мига, пропсью три, их ровно три, которые являются носителями кинжалов, с одной пропсью, одной ракетой под брюхом, потому что он такой тяжелый, такой громоздкий, а МиГ совсем не для этого предназначен. Они подвешивают кинжал под брюхо этого МиГа, и вот они каждый раз перед ракетной летакой взлетали и типа дефилировали, угрожали. А был этот кинжал резиновый или не резиновый, никто не знает, потому что он ни разу не сходил с направляющих. Интересно. Хорошо, в таком случае, я просто наблюдал за реакцией в пабликах после того, как два дрона или один, я уж точно не скажу, не знаю, поразили аэродром. Каким образом, значит, стратегические объекты, носители стратегического ядерного и тактического ядерного оружия могут, значит, поражать украинские или не украинские любые дроны дешевые и так далее и тому подобное? Скажите, пожалуйста, по мере деоккупации украинской территории, по мере демилитаризации вот таких объектов, что мы увидим и в обществе, да, и во власти? Что-то будет, какие-то процессы будут?
Стоп, так вопрос, как могут такие дроны поражать? Ну, ответ на самом деле запросто, потому что из всего, что мы знаем, такого рода дроны, особенно мы просто не знаем, какие еще какие-то дроны были, если они тихонькие, если они маленькие. И я ведь не думаю, что они очень много взрывчатки несли. И в этом, скорее всего, их гигантский минус. Вопрос если в том, тих... что нас накачивали величием и могуществом, а тут вот аэродрон такого направления, такого значения поражает два украинских дрона. Как это вообще возможно? Где наша система ПВО? Где, значит, закрытое небо и так далее? То есть вот какая реакция была. Вы знаете, против маленьких дронов вообще очень... Вот дроны — это такая штука, там, баражирующие боеприпасы — это такая штука, которая действительно очень плохо сбивается, особенно с первого раза, особенно если это не шахет, потому что вот шахет, он, как выяснилось, он просто громко кричит. Бензопилу ни с чем не спутаешь. То есть через некоторое время была изобретена хорошая система защиты от шахеда. А если там достаточно бесшумный двигатель, то... Ну, извините, система ПВО не рассчитана именно на это. Это вот как с этими водяными дронами, которые... Ну, как они проникли в Севастопольскую бухту? Но я боюсь, что в следующие разы, может быть, это достаточно сложнее, потому что... Ну, для начала, вот еще раз, мы сейчас не знаем подробностей, я просто фантазирую, но самое первое, что приходит в голову, это то, что, во-первых, не обязательно, что эти дроны были запущены с территории Украины. Их, в конце концов, можно привезти в чемодане и запустить непосредственно около Энгельса. Совершенно не обязательно, что они летели тысячу километров. А второе, ну, когда они летят низенько, их же не видно на радаре. Это тоже хорошо известный факт. О них вообще можно было там перекинуть через забор и полетел. Вот. Но самое главное другое. Я обращаю ваше внимание, что вот достаточно давно ваша покорная слуга начала обсуждать тему о том, что без ударов по мест, где базируются ракеты, эту войну не закончить. И я даже могу пожаловаться на господина Подоляка, который, когда я ему задала этот вопрос, он как-то так это ушел в сторону и сказал, что это лишние разговорчики военных экспертов. А я, между прочим, цитировала Павла Лузина, который российский военный эксперт, который, хотя и живет сейчас в США, говорит, что без таких ударов эту войну не закончится. Зритель мне не простит, если я вас не спрошу еще по, значит, нескольким аспектам уже других тем. Первое – это то, что Путин сегодня проехался по... Кстати, о взрывах в Крыму тоже сегодня сообщали. Я, правда, не знаю, подробностей не видел, но тоже какие-то взрывы были. Значит, Путин проехался по Крымскому мосту на... А это точно был Путин? На Мерседесе. Может, его двойник, я не знаю. Может, у него ус не отваливался, у него голова точно не отваливалась. А то на прошлой встрече с матерями там что-то такое топорщилось у него в районе затылка. Да, может, на этом, на Гринфоне, не знаю. Ну, в общем, проехался на Мерседесе, вот что самое главное. Почему не на Ладе, как вы думаете? Песков ответил на этот вопрос, потому что на месте была именно такая машина, говорит он. Ну, ладно, а на месте что, эту машину привезли, не могли привезти Ладу или не могли хотя бы привезти Аурус? Там же совсем недавно Путин нам демонстрировал Аурус, продукт отечественного автопрома. На самом деле, не придирайтесь, ну, всегда он катался на Мерседесе, и тут самый главный вопрос не на Мерседесе, а Путин ли? Значит, как вы считаете, если... Ну, то есть и крымчане, и жители других там областей, и республик, и так далее, когда-то начнут задавать вопросы, почему нас так дурачат? От Мерседеса до ракет, которые не летят. Нет, слушайте, никто никогда не начнет задавать вопросы до той поры, пока Путин не потерпит окончательного поражения. Ну, в общем, самое, я бы сказала, в этом смысле... Главная проблема-то Путина в том-то ровно и заключается, что можно морочить голову людям абсолютно неограниченное количество времени, причем любым людям, и значительная часть государств, идеологии, религии занималась в течение неограниченного количества времени. Но желательно так, чтобы это нельзя было проверить на собственном опыте. Вот когда вам говорят, что Царство Божие на небе, ну, что называется, поди и проверь. А когда вам говорят... что у нас самые мощные авангарды, цирконы, кинжалы и так далее.
И это все тоже хорошо, но только до того момента, когда ты не начинаешь их использовать. А вот циркона ни одного еще пока по Украине не прилетело. Про кинжалы мы разбирали подробнее. Да. Авангард, он ядерный, поэтому, значит, не будем упоминать его к ночи. В одном из своих последних интервью вы сказали о том, что на Западе принято решение замочить Путина, цитирую, и сделать это возможно только руками его подельников. Значит, и чтобы это произошло, Путин должен потерпеть военное поражение, например, утрату Крыма. В таком случае, кто может замочить Путина и с кем потом придется договариваться, на ваш взгляд? Стоп. Я бы хотела уточнить свою мысль, что с моей точки зрения, подчеркиваю, с моей точки зрения, США приняли стратегическое решение, что Путин должен потерпеть поражение. Означает ли это физическое уничтожение Путина? Это я совершенно не уверена, что они, во-первых, приняли такое решение, что вообще им это там сильно... То есть, грубо говоря, вот все эти опасения, что сейчас американцы велят договариваться, что сейчас они распахнут рот, как Макрон, и начнут говорить что-то там о гарантиях безопасности Путина. С моей точки зрения, эти опасения не обоснованы. И тем более, что Украина спрашиваться это не будет, и Украине дадут возможность довести эту войну до конца, так как она это считает нужным. А опять же, дальше начинается, к сожалению, вот в этом я уверена. А дальше начинается гадание на кофейной гуще, как в известном анекдоте про блондинку, которая спрашивает, вот какая вероятность, что вы встретите на улице динозавра. Она отвечает 50 на 50, либо встречу, либо нет. А вот какая вероятность того, что Путин по итогам проигранной войны потеряет власть? Ответ, ну, гораздо больше, чем если бы он выиграл войну или чем, если бы он ее не вел. Мы уже видим, что вот там, вот в этом бачке, под этим ковром начинают драться бульдоги, временами доносится какое-то ворчание, летят откуда-то какие-то косточки, и мы видим, что там неспокойно, а ведь это еще только начальный период турбуленции. Поэтому, извините, что если я отвечу как блондинка насчет динозавра, это будет заключаться в том, что либо Путин физически власть потеряет в пользу каких-то своих явно совершенно ближайших соратников, я не верю в революцию, либо, к сожалению, Россия превратится в Северную Корею, но не будет представлять ни до кого опасности. Вот это железный момент, что никто не хочет, чтобы Россия продолжала представлять опасность. Вот это можно практически гарантировать. Сегодня годовщина подписания Будапештского меморандума. Вы упоминали Макрона, который заявлял о неких гарантиях для России. То есть на пресс-конференции в рамках своего визита с Джозефом Байденом он сказал о том, что да, мы поддерживаем Украину, целостность территориальную и так далее, суверенитет. Но после этого заговорил о каких-то гарантиях безопасности для Российской Федерации, если она сядет за стол переговоров. Вот Будапештский меморандум, который был нарушен, и вот опять какие-то гарантии. Что происходит? Я не знаю, что происходит в мозгу у Макрона. Я не могу за это ручаться. Я могу сказать, что единственной гарантией безопасности как всего мира, так и Украины, так и России является отстранение Путина от власти. Я, пожалуй, хочу поправить вот свою предыдущую фразу, что если Россия превратится в Северную Корею и Путин там закуклится, то она никому не будет угрожать. К сожалению, да, конечно, будет. Я так вот, когда говорила уже, так это подумала, что это некорректная формулировка. Другое дело, что силёнок не будет, что называется, не шмогла. Но какие-то пакости мелкие всегда можно будет устраивать. Вот Хамас же устраивает пакости Израилю, хотя не может его завоевать. Так что еще раз, единственная гарантия безопасности мира, Украины и самой России – это отстранение Путина от власти. А за Макрона я не отвечаю. Понимаю вас. Точно так же, как я. Просто интересна действительно вот логика, да, мысли. Здесь вот так вот. И абсолютно непонятно, что он конкретно имеет в виду. Потом он оправдывается, говорит, что нужен там трибунал. Ну, в общем, непонятно. Хорошо же. В таком случае в заключение хотел бы спросить о следующем. Это уже второй материал другого издания. Речь идет о Wall Street Journal, который утверждает, что Путина подговорил начать войну против Украины миллиардер Юрий Ковальчук. Он настаивал, что война может доказать мощь России и слабость западных демократий. Как вы это прокомментируете? Действительно ли представители из ближайшего окружения Путина имеют на него такое влияние, такое воздействие? И в таком случае, раз уж имеет, ну, как утверждают, по крайней мере, журналисты этого издания,
тогда, ну, если, например, отобрать активы, если, например, сделать то, что сделали не так давно в Лондоне еще с одним соратником, может, как-то изменится подход? Может, тогда и риторика изменится уже в рамках частных бесед? Не, первое. Давайте котлеты отдельно, мухи отдельно, Ковальчук отдельно, а Фридман отдельно. Значит, по поводу Ковальчука, я, конечно, очень уважаю The Wall Street Journal. Я даже иногда, редко мне получается публиковать там какие-то колонки. Но в данном случае Wall Street Journal не то чтобы открыла Америку. Ваша покорная слуга, и не только ваша покорная слуга, говорили о том, что единственный человек, который имеет влияние на Путина и действительно был вхож в его бункер вот в течение всего этого ковида, это господин Ковальчук, у которого действительно очень удивительное представление о мироздании. Собственно, он источник всех рассказов там про биологическое оружие, про кражу генетического кода россиян и прочее, прочее. Ну, у меня на канале об этом рассказывал еще в самом начале, и не только у меня, Геннадий Гудков, об этом говорили и Невзлин, об этом говорил и Ходорковский. Еще даже в самом начале войны Михаил Ходорковский мне сказал совершенно замечательные слова, что если бы не ковид и вот это длительное сидение в бункере, то, возможно, война не наступила бы так быстро, потому что вот с Путиным начали происходить те процессы, которые должны были происходить с патриархом годичком к 90-м. То есть он и раньше-то не был тесно связан с реальностью, но в ситуации, когда единственным его источником связи с реальностью был господин Ковальчук, это как раз стало вот уже совершенно трагично. Но возвращаясь к Михаилу Фридману, которого, как я понимаю, там то ли шофера, то ли повара, которого приняли с мешком наличных, потому что Фридману, по меркам Фридмана, не на что жить, потому что ему реально там оставили 2500 фунтов в неделю. Я, конечно, понимаю, что для нас и для меня это кажется там совершенно прекрасной суммой для 99% и 0,9% наших слушателей. Но я вас уверяю, что когда у тебя гигантский дом, там кухарки, поварешки, секретари, еще чего-то, гигантские юридические расходы, и живешь ты в Лондоне 2500 фунтов в неделю, это действительно, ну, просто издевательство. И, естественно, в таких случаях, как делают российские олигархи, они переводят, насколько я знаю, что-то своему юристу, юрист что-то откатывает обратно мешком, вот с этим мешком этих людей и взяли. Называть это отмывание у меня язык не поворачивается, все-таки его собственные деньги. И я должна сказать, много раз я это говорила, что российские олигархи не имеют сейчас доступа к Путину. Фридман не имеет доступа к Путину. Ну вот физически не имеет. Даже я не знаю, как там Абрамович каким-то между стройками пробивался. Но там, условно говоря, замораживать деньги Фридмана в расчете на то, что... Замораживать деньги российских олигархов в расчете на то, что они свергнут Путина, ну, я не знаю. Но можно это-то там все равно, что... выключать электричество в надежде, что на Луне появятся пятна. А это не появится. Это популистская мера, которая, конечно, очень приятна, вместо настоящих экономических мер, типа, которыми, наконец, занялся Евросоюз, типа, перестать покупать российскую нефть. А даже же ведь Евросоюз и российский газ не переставал покупать до тех пор, пока Путин сам не отстрелил себе свои газовые яйца. Вот. Так что мне кажется, что это скорее были из серии продемонстрировать публике. Вот посмотрите, да, мы приняли решительные меры. Вам огромное спасибо за это интервью. Мне было очень интересно, Юлия Ленинова. Спасибо. До свидания. Всего самого хорошего. Юлия Латынина была разом з нами, журналіст. Спасибі ще раз. Підпишіться, будь ласка, на Фабрику новин і безпосередньо на канал пані Юлії. До нових зустрічей.